Всем привет и прекрасного настроения. И я Михаил Кудрявцев, и это Hustle новости на канале Dance with Me. На этой неделе наконец-то официально прошла дискотека на Дубровке. Огромное количество людей ждали это событие, надеялись, что вот-вот им разрешат потанцевать на своем любимом паркете, в своей любимой атмосфере. И вот они дождались. Вчера те люди, которые посетили это мероприятие, отзывались, как наконец-то это свершилось. Да, многие отмечали, что было безумно жарко, что после одного танца хотелось срочно пойти в душ, но при этом сама атмосфера, энергетика и настроение ни в коем случае не были испорчены жарой в зале. Все прям с нетерпением ждали и потанцевали вчера. На этой неделе сразу 9 коллективов прошло в Москве. А это значит, что конкурсный хастл набирает свои обороты. Конкурсные клубы предлагают своим танцорам максимально оперативно набрать ту оптимальную форму, чтобы уже на ближайшем турнире Jack & Jill Only, командном первенстве, чемпионате Москвы показать тот уровень мастерства, на который мы с вами надеемся. Потому что мы хотим, как зрители, с вами смотреть конкурсы по хаслу и наслаждаться этим событием. Танцоры социального хасла на этой неделе могли кайфовать практически по максимуму, потому что из 7 дней 6 раз проходили open air в парке Горького, 4 из которых проходили официально. А это значит, что огромное количество людей могли наслаждаться танцами на том самом берегу, с той самой атмосферой, под ту самую музыку, которую они совсем недавно, наверное, даже мечтать не могли, потому что мы все были заперты, но сейчас дорвались. Теперь перейдем к тем событиям, которые произойдут совсем-совсем скоро с нашей хастл-тусовкой. А именно, 18 июля рейтинговый турнир Ice High Jack & Jill Only. Вы сможете выбрать для себя те номинации, как в рамках рейтинга, так и нет, в рамках которой вы сможете посоревноваться, проверить свои силы и вообще посмотреть на себя со стороны и понять, на каком этапе развития вы сейчас находитесь. Поэтому я приглашаю вас 18 числа на рейтинговый турнир Ice High Jack & Jill Only на новой, кстати, площадочке. Хастл-тусовка все больше и больше начинает набирать обороты и силу. И вместе с этим один из хастл-клубов Москвы предлагает вам посетить танцевальный выезд уже с 17 по 19 июля. Поэтому, если вы чувствуете, что вы хотите на выезд, записывайтесь и езжайте. На прошлой неделе два прекрасных танцора Обернихин Константин и Машкова Виолетта приняли осознанное решение о создании своей семьи. Поэтому теперь есть семья Обернихина, с чем я их и поздравляю. Надеюсь, что и вы тоже рады за ребят. И если вы их еще не поздравляли, то обязательно сделайте это. Они достойны. Ну что, вот и подошел наш выпуск новостной к своему логическому завершению. Теперь, по традиции, я предлагаю вам поставить палец вверх, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ну а я с вами не прощаюсь, потому что ровно через неделю мы снова с вами встретимся здесь, в рубрике «Hustle новости», и снова буду я, Михаил Кудрявцев. А может быть и нет, может быть кто-то будет другой, возможно, посмотрим.